На сегодняшний день проблема насилия в отношении детей остается одной из острых проблем нашего общества. С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 16 мая в гимназии села Балабаны инспектором полиции города Тараклия была проведена лекция на тему насилия. 21 век – это век, когда увеличилось количество преступлений не только со стороны взрослых, но и со стороны детей. И поэтому дети, они сегодня, а завтра это будут взрослые люди. И для того, чтобы мы предотвратили насилие в мире, мы должны уже сейчас вести профилактическую работу. Дети должны понять самое главное, что насилие – это приведет к очень страшным последствиям. От этого будет страдать все общество наше. О том, что порождает насилие в школьной среде, насколько оно связано с атмосферой внутри семьи и кто чаще всего становится жертвой насилия, об этом рассказывала сотрудница инспектората полиции ученикам с 5 по 8 классы. Многое из лекций ребята уже знали, однако полезное тоже смогли для себя извлечь. Я узнала, куда нужно обращаться при случае насилия. И узнала больше видов насилия и что нужно поступать, если к тебе применили насилие, или к твоему другу. Нарушение закона может привести к уголовному делу, к заключению в тюрьме и к оплате штрафа и выполнению работы. Я узнала, к кому обращаться и сообщать при применении насилия, какие виды насилия могут применять к людям. Кому нужно сообщать, какие наказания мы можем получить, где мы в тюрьме, в детских колониях, платить штраф и отрабатывать работу. Скажи, пожалуйста, ты встречалась в своей школе, либо на улице с насилием? Да. Какое, к примеру? Физическое насилие. Чаще всего у нас происходит физическое насилие. Я понял из этого урока, то, что когда происходит насилие, должен звонить на номер 112. Но при взрослых, если это будет ложный вызов, то будет штраф 3000 лей. Ребята с большим вниманием слушали инспектора и получили ответы на все интересующие их вопросы. Выяснилось, что мальчики чаще подвергались физическому насилию, а девочки – эмоциональному. В разговоре с учащимися сотрудник полиции рассказал ребятам, как не стать жертвой насилия. Были подняты вопросы безопасности жизни и здоровья ребят. А также им было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. Учащимся было доведено до сведения, что такое сам факт насилия, насилие в семье. Мы разбирали аспекты и виды насилия. На каждом виде насилия останавливались подробнее. Был свободный диалог, где дети делились своими впечатлениями, также те случаи, ситуации, которыми они встречались. Также мы посоветовали и проинформировали о органах и лицах, к которым они могут обращаться за помощью в случае проявления со стороны либо членов семьи, либо каких-либо граждан в их адрес, либо в адрес друзей за помощью. По мнению инспектора, такие информационные кампании оказывают определенное влияние на поведение детей и сокращение случаев детских правонарушений. По крайней мере, с начала текущего года в этой гимназии не было ни одного зарегистрированного случая насилия.